Меня зовут Илья, я бы хотел коротко сказать так. Я прошел encounter и теперь прошел re-encounter. Что я хочу сказать, что я просто, я знал Бога, но я не знал так близко Бога. И какая-то пустота была в моей внутренности. И когда я приблизился к Богу, когда я прошел encounter и re-encounter, вот эту пустоту наполнил Бог. Он дал мне любовь свою. И на re-encounter'е еще больше как бы сделал посвящение Богу, чтобы идти за Ним и исполнять Его волю. И чтобы еще больше людей пришли к Богу, чтобы еще больше людей познали Бога, чтобы еще больше людей познакомились с Богом. Я вас всех люблю.